Молодые, активные, одаренные. 6 по 10 июня в Чебоксарах пройдет традиционный форум «Молгород». Что ждет участников в этом году, узнавала наша съемочная группа. Чебоксарский экономико-технологический колледж – очередная площадка, на которой организаторы рассказывают студентам о предстоящем форуме. Некоторые ребята уже знают, что такое Молгород, но многие даже о нем не слышали. Ни по интернету не видел, ни по телеканалам каким-либо. И все, только сейчас первый раз услышал. Ну, думаю, то, что позитивно, то, что ты там много людей в палатках, это дружба, общение какое-либо другое, ну, там, спорт. Ну, если возможность будет, да, поеду. Форум вернется в Заволжье. Там вырастет целый палаточный город. В течение 3 дней будут работать 4 образовательных площадки. Уже знакомые бизнесы, предпринимательство, открытый город, волонтерство и новая технология масс-медиа. Каждый день тематический. Кроме этого, для участников организуют тренинги и мастер-классы. Чтобы попасть на фабрику идей, нужно зарегистрироваться на сайте molgorod.info. Организаторы отмечают, чем раньше желающие подадут заявку, тем меньше окажется сумма взноса. Татьяна Леонтьева, Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.